традиционное селфи на фоне дома. С домом пока ничего не произошло. По-прежнему как был, так и остался. Зато у нас супер изменения. Та-дам! Нету дерева. Его забрали. Нету веток. Их забрали. Здесь теперь чистота и порядок. Можно практически заезжать на участок на машине. Вот это вот сегодня мы уберем. Рухлить. Куда-нибудь переложим. И красота. Нарядненько все выглядит. Красиво. Здорово. Вот так пустынно выглядит наш участок. Ветки, ветки, ветки. Вот что делать с ветками. Кто знает. А есть разные варианты. Заказать шреддер, сделать мульчу, сжечь, что не очень хорошо. Или пустить на ограду. И тут мы уже познакомились с соседями. Соседи нам и говорят: ой, у вас столько веток, а давайте мы у вас их заберем. Я говорю: о, давайте, забирайте, а что вы с ними будете делать? Они говорят: ну вот, мы сделаем загородку из них. Типа зимой, задерживает снег, все такое, нам очень нужно. Я говорю: отлично, потому что такого добра у нас тут столько, что любая помощь, я не откажусь. Поэтому, не знаю, вот не в эти выходные собирались уже приехать и забрать их, эти ветки. Надеюсь, заберут. Ну и самое важное, чайник. Конечно, я посмотрел в интернете печку, называется «Ракета», из 21 кирпича. Но поскольку 21 кирпича я не нашел, но у меня есть вот такая труба, она вполне заменяет эти 21 кирпич. И сложил, и оказалось очень круто, прям она реально работает. Очень здорово горит. Здесь, конечно, месиво, надо каких-то досок наложить. Наверное, я так и сделаю сейчас. Вот. Чтобы здесь чистенько все было. Красиво. Ну что, сейчас будет чай, и жизнь вообще будет налаживаться. Вот чудеса все-таки произошли. Вот так вот живем на своем участке. Где-то там. А сюда-то и не ходим. А оказывается, соседи тут уже забрали большую часть веток. Можно даже посмотреть, что они наделали. А ветки они забрали вот здесь. Тут делали типа изгородь. Но они это забрали. Они просто возле дома еще не смотрели количество веток. Ну им, в принципе, ладно. Отсюда ближе было таскать, что хорошо. Ветрозащита. Вот она, живая изгородь, как должна выглядеть. Молодцы, смотри, как ровненько уложили. Ровненько. Да, очень круто. Очень круто, молодцы. Смотри, прям плетеночку сделали. Вот. И грядки сделали. У них весной уже тут что-то будет. Вот теплые грядки, кстати, смотри, как надо делать. Не как мы, а вот все по-серьезки. Чай попили, пора за работу. Сегодня план такой, разгрести вот эти кучи, разгрести вот эту кучу, убрать дрова и поставить забор. Ну как забор, такой временный, пластиковый, но будет все-таки симпатичнее, мне кажется. Посмотрим. В общем, поехали работать.
У нас появился забор. Трам-пам-парам-пам. Ну, не идеально ровный, конечно. Но мы старались, да? Вот. Сетка оказалась, конечно, фигня. Рвется очень легко, в натяг ее не сделать. Поэтому нужно ставить очень часто колышки. Вот, ну и вот так она висит, в общем. Ну ладно, для временной загородки, я думаю, вполне неплохо. Нас не оставляют мысли о том, что здесь где-то есть сокровище. Вот в очередной раз мы раскапывали кучу веток и нашли тайник. Я думаю, что без сомнения это тайник. Под этим колесом наверняка есть сокровище. А ведь неожиданно, бутылки. Да? А неожиданный сюрприз. Вот не было же, да, колеса. И вот оно, пожалуйста. Покрышка. Здравствуйте. Вот так. И вот эту куртку я сейчас уберу, и надо повесить табличку. Осторожно, злая собака. Да? И шифер я отнесу в поленницу. И будет уже красиво. Да. Да. Пойду заваривать чайник. Нет, турбопечка класс. Она даже греет. Можно прям кирпичи, мне кажется, принести. Нет, не греет. Кирпичи холодные, но тепло от нее есть. В общем, печка класс получилась. Что-то я раньше так не догадался, но раньше кирпичи не нашел на участке, чтобы вот так сделать. В общем, чайник закипает моментально. Единственное, что она треснула, да? А была целая. Ладно, что, у меня где-то есть раствор. Привезу, зацементирую. И еще 100 лет будет стоять. Сгорает все. Даже углей не остается. Здесь вот вон сколько углей было. А тут ничего не остается. Все это догорит. Чайник у нас уже готов. Все, поленница готова. Ну, конечно, это такое себе получилось, но как-то так, пока так. Снег и мороз, все подмерзло немножко, и все так вот застыло. Через час примерно должна подъехать газель и ребята, которые помогут, собственно говоря, забрать весь хлам. Ну не весь, а тот, который мы вот насобирали. И постараемся сегодня максимально ее забить полностью. И увезти все эти мешки, чтобы они не оставались на зиму, под снегом, не разлагались. И чтобы мы могли уже собирать спокойно новую партию мусора. И похоже, что, наверное, я забыл этот... Который висел на зарядке? Да. Ты его взяла? Ничего себе, да ты лучший помощник суперблогера. Ну тогда живем, круто. Что я могу сказать? Фонарик тебе нужен? Ну тогда что, начинаем сборку мусора. Сокровища мы пока не нашли, денег тоже, зато нашли нечто странное и таинственное. Может быть, здесь совершали какие-то обряды или что-то еще. Но мы нашли мумию, и похоже, это мумия кошки. Слабонервным лучше не смотреть. В общем, как она здесь оказалась, почему она в таком виде? Под кучей одеял. Очень странно. Прям как чучело этот, который делает таксидерм. Страшно представить ее судьбу. Я думаю, что это будет тема отдельного видео. Детективное расследование
сбор улик, ну и так далее. Вот, ладно. В общем, у нас время мало, мы пока продолжим. Стиральная машинка Урал 4М, между прочим. Что она может? Может стирать и может стирать. А это, наверное, нагреватель воды. А это какая-то программа. Ничего не подписано, надо было читать инструкцию, как пользоваться такой машинкой. Между прочим, нержавейка, бак. Вот. И я думаю, что если ее запустить, собственно, что тут, ремень только поменять, она будет работать. А что, тут нет никакой электроники. Все, помпа на слив и ремень на стирку. А, чтобы вы понимали, не барабан крутился, а крутится вот такой вот вентилятор. И все. И стирал. Мне кажется, американские машинки до сих пор такие же. Ну и куча тут навалила. Будь здоров. Все сложнее и сложнее становится, видно, сколько мы подняли пыли. И очередная находка детективная. Угу. Поднимаем улики. Значит, подушку. Подняли подушку, а там тарам-бам-бам, тун-дун-дун-дун, тыр-тыр-тыр-тыр. Так. Черт, Made in China, китайский пистолет-то оказался. Но тем не менее, лежал под подушкой. Настоящий игрушечный? А это покажет экспертиза в следующем видео. Ждите, пока положим вот так на окошко. Что здесь живут серьезные люди. А? Зачем она лежала? Я боюсь представить, что под этим матрасом, может быть, там пулемет. Приехала машина с ребятами. Сейчас попробую заехать на участок аккуратно. Вроде подмерзла. Надеюсь, не застрянут. Вот. И будем грузить. Будем грузить. Все, все, все. Все, все, все. Такие дела. Вот это все. Ну, что поместится, конечно. Надеюсь, что-нибудь поместится. Непривычный вид, не хватает холодильника. Так он здесь вжился в интерьер с самого начала, да, прям таким белым пятном, да. Был подъезжаешь к участку, и первое, что бросается в глаза, это холодильник.
белый такой на фоне зелени. Наконец его нету. И много еще чего нет. Но хотя много чего еще и есть. Шоссе. Несмотря на то, что грунт замерз, загрузили газель, вон как промяло. Да. Вот почему здесь вот такие загадочные вещи были. Почему размытая? А, это он спит. Размытая фотография. Оставь, оставь, давай. С буквы вместе положим. Не надо тут раскладывать. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. И живая биомасса. Приятного аппетита, если вы пили чай. Надеюсь, не пили. Так, что, пойдем дальше в дом. Расскажешь, где найдены были сокровища. Ну, вешалки, понятно, елка новогодняя. Кстати, а не украсить ли нам, а не поставить ли нам эту елочку? Ну, пошли в дом. Что это? Часы. Ого! Вот это круто! А это, по-моему, от вязальной машины что-то такое. Это нам тоже оставить. Так, ну что, в часах-то наверняка золотишко лежит. Ты не открывала? Они открываются? Конечно, вот они здесь, гвоздик откручиваются и не открываются. Ну ладно, откроем потом. Кстати, я нашла импровизированный совок. И он отлично справляется со своей ролью. Угу, стул, отличный, да. Столок. Круто. Угу. Так, ну что, какие у нас еще сегодня находки? Здесь прям порядок. Да, лишь я ковер освободила. Ковер наконец освободился. И чувствую, дорога наша продлится туда дальше. На я доски. Думала, мы можем на доски. На доски можем положить его. Зачем перед домом? Туда дорога на доски. Да, ну давайте так. Было найдено еще много разных фотографий. Самые ценные вот. Кабинет. Портрет. Угу. Мне кажется, это дореволюционная. Дата неизвестна. К сожалению, не осталось этой вот задней части. Но да. Так что вот такой классический портрет. Самое печальное. Долги по электричеству. Ай-яй-яй-яй-яй. А нам потом их оплачивать. А где слитки там золота? Там есть зеркало красивое. Где слитки? Зеркало с чем? С барышнями? С барышнями, да. О. С девицами. О, это нельзя показывать. И что, нас забанят? Заблюрим. Угу. А какой смысл тогда показывать? В общем, там зеркало с барышнями. Отсканируем, да, и пришлем красивых. Так. Вот ты мне одно скажи, как сюда попали бутылки из-под пива клинское светлое вместе с новогодними игрушками? Лучше скажи, чья идея была спрятать детский игрушечный пистолет это... в подушке? Нет, ну подожди, вот какой бокал? Смысл украшения? Вот я понимаю, это же сюда ставили, когда украшали на Новый год. И поставили в качестве украшения пивные банки. Кто у нас тут еще? Какой-то еще слоник, кто? Мышонок. Почему вот это окно не украсили? Оно теперь с пистолетом. Ну, пистолет куда-нибудь спрятать. Но что, жизнь налаживается или не очень пока? Да что-то не особо. Ну, попросторнее стало вроде. Однозначно. Но сидеть, кушать здесь что-то как-то... Не хочется? Да, мне тоже. Тишина здесь. Просто аж... Звенит. В ушах звенит. Вот так затопишь печечку, она хрусь-хрусь, покрустывает, тишина. Вместе с домом хрусь-хрусь. Вместе с нами хрусь-хрусь. Ну что, согласись, что точка притяжения в любом случае получается здесь, под этой яблоней. Сюда прям напрашиваются качели. Да, большие какие-нибудь красивые. Или лучше вот это, знаешь, такой, который кресло. Да. Так, чайник у нас. Греется.
Греется, надеюсь, греется. Здесь у нас ковер чистится. А, почистится за зиму, будет как новенький. Постелим. Будет красота. Вот в таком состоянии оставляем наш дом зимовать до следующего года. Не знаю, приедем ли мы в следующем году зимой, но в этом году, скорее всего, не приедем. Чуть-чуть не хватило времени и сил, но зато за домом уже можно пройти без преград с одной стороны, с другой стороны. Сосед, конечно, удивится, приедет весной. То тут было все в зелени, дом не было видно, этот страшный. А теперь будет садиться здесь и лицезреть эту свалку. Но что поделать, ничего. Рано или поздно мы с этим разберемся. Какой зал. Евродвушка. Евродвушка. Таинственный зал Евродвушки. Тайны дома еще не раскрыты. Нам еще предстоит раскрывать все эти тайны. Все, ладно. Отчаливаем. До следующего года. До следующего года. Ну, вряд ли в этом году мы приедем. Так что до следующего года.